Больше двух недель 11 граждан Казахстана продолжают оставаться в больнице поселка Зимунай Синьцзяно-Уйгурского автономного района в Китае. Некоторым из них понадобились сложные операции. 13 марта автобус, где находились граждане нашей страны, попал в аварию. Два человека погибли, 19 получили ранения. Как заявили сегодня в МИД Казахстана, родственникам погибшим оказана необходимая помощь в организации транспортировки тел на родину. Чтобы оказать помощь пострадавшим казахстанцам, дипломатам пришлось пригласить лучших хирургов из Урумчи и Алтая. У некоторых пациентов серьезные травмы позвоночника, переломаны ребра. Казахстанская сторона помогает родственникам оформить визы в ускоренном режиме, чтобы они смогли выехать в Китай. Все расходы на лечение взяла на себя китайская компания-перевозчик. Пока неизвестно, какую ответственность понесет водитель. По факту ДТП ведется расследование. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется расследование. Министерство иностранных дел Республики Казахстан будет контролировать ситуацию для вынесения справедливого решения по данному делу.